Мое почтение, дамы и господа, с вами я, Артем. Сегодня мы немножко отойдем от всех этих жутких тем, поговорим о чем-нибудь более веселом. В мастерской как раз за это время появилось огромное количество странных пушек, нуждающихся в обзоре. И пройти мимо них было бы настоящим преступлением. А перед началом этого видео, как всегда, оставьте какой-нибудь комментарий, состоящий из 4 слов. И обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось в алгоритме Ютуба. Сегодня же мы рассмотрим 10 странных аддонов на оружие, найденных в мастерской Гаррис Мода. Скорее хватайте что-нибудь вкусненькое, наливайте чайку, и мы начинаем. Начнем мы сегодня с пушки под названием Big Deagle. Если бы я не увидел этот пистолет собственными глазами, то скорее всего подумал бы, что это просто какая-то немного улучшенная версия Desert Eagle. Но в этом случае данная пушка не попала бы в сегодняшнее видео, а значит с ней явно что-то не то. По сути, перед нами все тот же старый добрый Deagle, не имеющий никаких обвесов. Правда, есть у него одно небольшое, хотя в данном случае правильнее сказать большое, улучшение, затрагивающее его размер. В общем-то, название говорит само о себе, перед нами огромный Deagle. Даже как-то и не знаю, что вообще можно сказать об этом пистолете. С одной стороны, это максимально брутальное оружие, которое достаточно просто держать в руках, для того, чтобы все ваши неприятели разбегались в разные стороны, роняя собственный кал. Но в то же время с этой волыны вас будет видно чуть ли не из космоса, что, как вы понимаете, не есть хорошо, так как можно стать легкой добычей для снайпера. С этой штукой в руках вы уже точно никогда не скажете, что вам нужна пушка побольше. А если серьезно, то оружие очень неудобное. Пушка перекрывает чуть ли не половину экрана, при этом нанося просто смешные повреждения. Брать ее на какие-то перестрелки совершенно бессмысленно. Годится разве что для фана с корешами или для каких-нибудь смешных скриншотов. Следующее оружие называется Quickdraw Heavy Swap. Как бы это странно не прозвучало, но это одно из самых опаснейших орудий. Не знаю почему, но практически все ваншотящие смертоносные пушки выглядят, мягко говоря, не особо устрашающе. А те, что выглядят опасно, наоборот, почти не наносят никаких повреждений. Данное творение относится к первой группе и способно уничтожить практически все, что угодно. Вы не поверите, но этим имбовейшим оружием является не что иное, как рука Хэвика из TF2. При нажатии левой кнопки мыши вы стреляете из... пальцев, и одним выстрелом уничтожаете любое живое существо, находящееся в зоне поражения. Также у этой, скажем так, пушки имеется режим автоматического прицеливания. Если зажать правую кнопку мыши, то оружие само нацелится на голову находящихся в зоне поражения противников. Кстати, взято это орудие из Team Fortress. Там у Хэвика есть точно такая же насмешка, позволяющая ему стрелять из пальцев и ваншотать находящихся перед ним противников. Оружие классное, правда, действует не на всех врагов. На третьей строчке расположилось оружие под названием VTF Handled Gustav Cannon Swap. Перед нами еще одна большая пушка. Причем большая, это очень мягко сказано. На ее фоне Deagle кажется просто каким-то детским пластмассовым пистолетиком. Густав, или как его еще называют, толстый Густав, это уникальное сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие германской армии. Да, вам не послышалось, это огромная железнодорожная пушка. Стреляет она, как вы понимаете, не какими-то там патронами, а самыми настоящими снарядами. Радиус поражения у нее, к слову, просто огроменный. Но вот дамаг оставляет желать лучшего. Нет, вы, конечно, можете без проблем выносить игроков и мелких NPC, но если речь идет о гигантских боссах, то тут эта малышка, к сожалению, бессильна. В наличии есть два варианта Густава. Один обычный, а второй админский. Обычный стреляет одиночными снарядами, которые вдобавок еще нужно перезаряжать. А админский лупит как из автомата, не требуя перезарядки. Дальше у нас идет оружие под названием Funny Arabic Nokia Phone. Это очень опасный аддон. Причем не в плане наносимых им повреждений, а в плане того, что YouTube может заблокировать это видео из-за произносимых в нем нежелательных слов. В описании сказано, что это телефон Nokia, играющий веселые мелодии. Пожалуй, не будем вдаваться в какие-то глубокие разъяснения и остановимся на этой формулировке. С виду это самый обычный старенький раскладной Nokia, предназначенный разве что для звонков своим друзьям и близким. Но фишка тут не в самом телефоне, а в коробках, активируемых этим телефоном. Короче говоря, с помощью этого аддона вы можете раскидывать бомбы, приводить их в действие с помощью находящегося в ваших руках телефона. Кстати, об этом аддоне я узнал от одного пользователя, комментарий которого сейчас видите на своем экране. Если вы знаете какие-то прикольные модификации, то рассказывайте о них в комментах, возможно, ваше сообщение вместе с предложенным вами аддоном появится в одном из видосов. К слову, выкидываемые коробки проигрывают очень прикольные рингтоны. И если ваш друг еще не знает секретной способности этого телефона, то можно устроить ему небольшую подлянку. Пятая пушка называется Fartgun версия 2. В одном из своих видосов я уже показывал пердящий пистолет, ваншотящий все живое. Если же вы не смотрели тот видос, то переходите по появившейся подсказке. Пистолет выглядел не особо интересно, но зато имел просто какой-то заоблачный дамаг и выносил все живое. Так вот, недавно вышла вторая, более интересная версия этого оружия. Теперь это уже не просто стандартный пистолет из Half-Life, а целая пердящая многофункциональная установка. У нее имеется несколько режимов стрельбы. На левую кнопку мыши она выпускает вихревой пердеж, а на правую говеные гранаты. Но помимо этого, если нажать клавишу перезарядки, то пушка
перейдет в режим огнемета. Или вернее сказать, пердомета, которым на левую кнопку мыши можно распылять пердеж, а на правую выпускать непонятные поджигающие лучи. Пушка хоть и прикольная, но, к сожалению, не наносит миллионы дамаг, как это делал ее первый вариант. У оружия просто невероятная озвучка, перебивающая все минусы этого шедевра. Следующий оружейный аддон называется Coconut Savis Battle Pack. Наконец-то перед нами не одна пушка, а сразу целый пак, состоящий из непонятного гибридного, сделанного из говной палок оружия. Нет, здесь, конечно же, есть и довольно вменяемый экземпляр, но и всего парочка штук. Описать этот пак двумя словами очень сложно. С одной стороны, стрелять хот-догами из арбалета как-то немного уныло. Но в то же время иметь в своем распоряжении снайперку, сносящую 15 тысяч чипов, очень даже неплохо. Помимо этого, здесь есть огромная корабельная пушка, ядерная бомба, пушка-скала, стреляющая взрывающимися камнями, еще целый вагон непонятного наркоманского оружия. Кстати, пак создал тот же самый человек, что и пушку Густав. Причем, по всей видимости, он очень сильно любит всякие корабли и тяжелые вооружения. Потому что даже в этом паке имеются пушки наподобие Густава. На самом деле, некоторые стволы довольно-таки полезны, хоть и выглядят немного вычурно. Причем половина из них бьет по площади, уничтожая тем самым целые группы противников. Дальше у нас идет RKV Jesus Sword. Без понятия, для каких целей создавалось это оружие, но выглядит оно очень странно. Рассказывать об этом предмете, как мне кажется, как-то немного кощунственно, и боюсь, что после демонстрации подобных аддонов в конце своего жизненного пути я попаду в ад. Короче говоря, перед нами так называемый меч Иисуса. Почему это оружие называется мечом, я, если честно, без понятия. Выглядит оно как самый обычный деревянный крест. Причем, что интересно, работает оно на RKV, и к нему можно приделать всякие брелки и даже радар, показывающий место расположения живых существ. Зачем все это нужно деревянному кресту, я опять же без понятия. Наверное, вы подумали, что раз уж это меч Иисуса, то и сносит он невероятно много, либо же вообще ваншотает. Но, к сожалению, вынужден вас разочаровать, так как сносит он всего лишь 60 хипов. Меч очень странный и совершенно неюзабельный. Жалко, что на него нельзя ставить лазерный прицел. С ним бы он выглядел еще эпичнее. На восьмой строчке расположилась пушка под названием Weaponized Rocket Engine Swap. Это не что иное, как самый настоящий ракетный двигатель. В реальной жизни данное устройство не является оружием. Но поскольку мы находимся в Гаррис моде, в игре, в которой даже обычный арбуз может стать опаснейшей бомбой, то и с помощью ракетного двигателя теперь можно выкашивать толпы неприятелей. Штука, к слову, многофункциональная и позволяет не только уничтожать вражин, но и использовать ее по ее прямому назначению. На левую кнопку мыши двигатель, подобно огнемету, поливает всех огнем, нанося при этом колоссальные повреждения. На правую кнопку пускает мощный взрывной снаряд, уничтожающий практически все, что встанет у него на пути. А вот нажав на клавишу перезарядки, он дает возможность почувствовать себя самой настоящей ракетой. Удерживая клавишу R, вы можете летать. Причем уносит он так быстро и сильно, что любой воздушный транспорт на фоне этого двигателя выглядит как бумажный самолетик. Кстати, данный аддон работает вместе с Viewfire. Так что если вы хотите, чтобы двигатель выглядел еще интереснее, то подписывайтесь на вышеназванный мод. У Ютуба очень жесткие правила, и произносить название следующего аддона вслух, я думаю, не стоит. Могу лишь сказать, что перед нами Galaxy Note 7. Мне кажется, после этого оружия видос точно получит метку 18+, либо же вообще будет удален. Но мы с вами, ребята, рисковые, так что продолжаем. Если говорить коротко, то аддон добавляет в наш арсенал поиск, сделанный смартфоном в Galaxy Note 7. И с первого взгляда может показаться, что здесь нет ничего такого запрещенного, так как это просто смартфон, напоминающий скорее какой-то бронежилет. Но как и в случае с телефоном Nokia, за этим поиском из Galaxy Note 7 скрывается опаснейшее оружие. Причем опасно оно и для ваших противников, и для вас самих. Короче говоря, это взрывной пояс, запрещенный террористической организации. Я думаю, объяснять, как он действует, не стоит, так как и так всем все понятно. Минус этого оружия в том, что при его использовании вы так же, как и ваши противники, отправитесь на тот свет. У смартфона всего лишь один заряд, но, как вы понимаете, больше и не надо. Активируйте это устройство не сразу, так как сначала проигрывается звуковой сигнал. Десятое оружие называется Throwable Microwave. Я, конечно, слышал о том, что микроволновая печь способна своим облучением нанести вред человеческому здоровью, но никогда бы не подумал, что ее можно использовать как смертоносное оружие, способное ломать кости и крушить черепа. Увидев ее в мастерской, сначала подумал, что она будет работать как какая-то микроволновая пушка, превращающая в пепел все живое. Но, как казалось, здесь все намного проще, и никакими микроволнами даже и не пахнет. Работает это оружие максимально просто. Вы нажимаете левую кнопку мыши, и ваш персонаж кидает микроволновую печь. Собственно, это все. Может показаться, что микроволновка совершенно бесполезна и не способна никого убить. Отчасти это так и есть, но бесполезна она только в бою с гигантскими существами. Обычных же рядовых противников она просто ваншотает. Кстати, вы не поверите, но это оружие могут использовать и NPC. Правда, при каждом выстреле в левом углу будет появляться ошибка. Не знаю, кто это будет качать, но если вдруг вам резко понадобится метательная микроволновка, то теперь вы знаете, где ее взять.
На этом сегодня все. Обязательно пишите в комментарии, какая из пушек вам понравилась. Рассказывайте о других найденных вами странных аддонах, а также делитесь этим видео с своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, подписывайтесь на все телеграммы и инстаграмы, залетайте на наш сервак в Дискорде, а также смотрите и другие мои видео. А с вами был я, Black Rainbow. Хорошего вам настроения, увидимся в следующем видео. Пока-пока.